В проливе Дарданеллы столкнулись круизный лайнер и танкер. На борту пассажирского судна находились более 1200 человек, в том числе около 850 туристов. По последним данным, никто из них не пострадал. Что же касается самого судна, у него огромная вмятина на носу. Удар, скорее всего, вызвал и внутренние разрушения. У танкера повреждены танки, куда заливается нефть. Есть утечка. Насколько она велика, пока неизвестно. Сейчас оба судна стоят на якоре около Галлиполи. Уже известно, что в столкновении виноваты оба экипажа. Центр управления движением судов предупреждал их об опасности аварии.